Всем привет, с вами Дарья и канал LoadBlog. И сегодня мы познакомимся с PostCSS плагинами, такими как PostCSS Nested и PostCSS Shot. Shot, к слову, мой любимый плагин. Но сначала я предлагаю добавить в наш gulp-файл дополнительный task, который будет следить за изменениями наших стилей и перезапускать PostCSS. Будем его запускать по дефолту. И он не будет делать ничего особенного, кроме как следить за нашими стилями. И при изменении запускать наш task PostCSS. Давайте проверим, что наш task свочен работает. Отлично. Видим, он работает. И первый плагин, с которым мы сегодня начнем, это PostCSS Nested. Он предоставляет возможность писать вложенные селекторы и использовать наш уже любимый амперсанд, с которым мы знакомы с SAS-а. Давайте на практике посмотрим, как это выглядит и работает. Первое, что нам нужно, это, конечно же, скачать Nested. И подключить в наш gulp-файл. Не забываем добавить его в список плагинов, чтобы PostCSS о нем знал. И перезапустим наш task. Первое, что мы проверим, это работоспособность амперсанда. И напишем, допустим, wrap display none. Как видим, работает исправно, пользоваться можно. Также есть возможность использовать вложенные селекторы. Как видим, он тоже их определяет и компилирует правильно. И также есть незаменимая функция, если вам вдруг нужно обратиться к родителю данного элемента, то можно написать селектор родителя и поставить амперсанд в конце строчки. Как видим, он тоже работает. Поздравляю, вы уже можете начать пользоваться этим плагином. И по мне, так это абсолютно незаменимая вещь. Следующий плагин, и он на сегодня у нас последний, это PostCSS Shot. Он предоставляет возможность писать меньше кода. По мне, так просто незаменимая вещь. Как именно это работает, я сейчас вам покажу. Опять же, нам нужно скачать этот пакет и подключить в наш gulp-файл. Все так же не забываем подключать к PostCSS и запускаем gulp. Первая возможность, которую вам сегодня покажу, это использовать позиционирование в одной строчке. Потому что обычно, когда мы меняем позиционирование на абсолют или fixed, или relative, мы так или иначе будем задавать значение позиции. И именно в привычной нам последовательности можно указать в одной строчке. Например, мы хотим, чтобы значение то было 0, а справа 10 пикселей, снизу 20 пикселей и слева 30 пикселей. Как видим, он так и расписал. Также можно написать просто за место одного из значений звездочку
и он оставит его без изменений. Или можно просто написать коротко, если мы, допустим, хотим сверху оставить без изменений, а сверху и снизу без изменений, а справа и слева позиционировать автоматически. Вот, как мы видим, все исправно работает. Также это можно использовать и для margin, если мы хотим сверху и снизу ставить отступ 10, а справа и слева без изменений. И аналогично работает для паддинга. Следующее полезное свойство, которым я очень часто пользуюсь, это size. Он делает не что иное, как расписывает ваше значение ширины и высоты. То есть, если мы сейчас напишем size 150 пикселей и 200 пикселей, он распишет на два значения. И это свойство незаменимо, если вам нужно задавать одинаковые значения сверху и снизу. Можно просто написать size 200 пикселей, и он распишет как ширина и высота 200 пикселей. Также можно собрать в одну строчку значения цвета и цвета фона, написав просто сначала цвет, а потом background. И он распишет их как два значения, как мы видим. Я вас познакомила с основными и самыми полезными функциями этих плагинов. Также вы можете посмотреть, что еще они умеют, заглянув в документацию этих плагинов. Но на этом у меня все. В следующем видео я познакомлю вас с плагином PostCSS Assets, который предоставляет возможность инлайнить ваше изображение прямо в стиле, что значительно уменьшает количество запросов страницы. И на этом у меня все. Надеюсь, это видео оказалось ли вам полезным. Если так, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы ни в коем случае не пропустить мой следующий видеоурок. Оставляйте в комментариях вопросы и возможные пожелания для следующих видео. С вами была Дарья и канал LoftBlog. До скорого!